В чистую банку на дно кладем зонтики укропа. Режем пластинками чеснок. До половины банки закладываем огурцы. Отрезая концы. Снова зонтики укропа, чеснок, огурцы. На самый верх повторим ингредиенты. Сильно утрамбовывать огурцы не нужно, так они лучше засолятся. Вскипятим 1,5 литра воды. Добавим 50 граммов соли, лавровый лист, душистый перец и черный перец горошком. После закипания убавляем нагрев и при небольшом кипении проварим 2 минуты, чтобы специи отдали свой вкус. Этим кипящим рассолом заливаем огурцы и закрываем банку. Огурцы оставляем до полного остывания на всю ночь при комнатной температуре. Убираем утром их в холодильник. И можно наслаждаться хрустящими малосольными огурцами.